Всем привет, автосалон Чанган. Я думал, машину эту продали, два человека так и натирают, намывая всякими там восками, все такое. Оказывается, нет, мы, говорят, каждую машину, которую в салон загоняем, ну, вот так вот обрабатываем. Ну, очень неплохо получается. Давайте начнем с этой машинки, Uni S, ну, кто не в курсе, C55+, бывший. Значит, по поводу машин спрашивают, а где же Олсвин и все такое. Ну, понимаете как, они партию привезли, допустим, там, ну, большой, небольшой, там, ее продали, и все. То есть, опять же, пока люди приходят, а есть Олсвины, и потихоньку, как бы, вот, формируется, скажем так, некая заявка, ну, и так далее. То есть, если раньше, получается, был представлен весь модельный ряд, то теперь, после всех этих подорожаний, видите, как получается, что держать столько машин в салоне тоже получается уже накладно. И, кстати, машины все подорожали как минимум на 100 с лишним тысяч. Ну, как бы вот так. Это только первое повышение. До Нового года еще будет. Ну и, соответственно, вот исходите из всего из этого, что будет дальше. Пока вообще непонятно. Те же Джили до конца года подорожают на 400 тысяч. Ну, поэтапно, но тем не менее, да, полляма плюсом. Это вообще офигеть. Смотрим, Uni S. Смотрится машинка достаточно неплохо. То есть раньше она все время была в таком серебристом цвете, а тут, смотрите, как, вот такой четкий цвет. Прям, ну да, неплохо. Спрашиваю, а вот эти вот красные вставки, они во всех комплектациях? Сказали, что да. Как-то вот, ну как по мне, так вот, ну вот это вот. Я бы только вот из-за красного не взял бы, вот честно. Ну, как, даже с рулем, может быть, где-то я уже с таки смирился. Понимаете как? И что тогда, смотрите, вот у нас колеса вроде ровно стоят, а руль как-то кривоватый. Или все равно чуть-чуть колесо вывернуто, как считаете. Ну что, хром в круг, тут рейлинги, все есть. Типа китайский Тигуан считается, да? Смотрим, у нас Тех Плюс. Цена с допами 2 949 900, выгода по кредиту 150, по 3D 150, с учетом всех спецпредложений. Ну вот такая цена, да. Мотор 1.5 турбо, привод передний, 7-ступенчатый робот, 101 лошадь, ну и так далее. Тут корефан. Вот я только вот такой себе буду брать. Я говорю, куда тебе нафиг такая? Как-то, а у него этот Рено Сандеро на автомате. Он как узнал, сколько это стоит. Вот, даже со скидками я ее просто не потянул. Идем дальше. Unitail. Unit некоторые называют. Красиво смотрится машина. В смысле, цвет переливается, перламутр. Диски такие двухцветные. 245-45R20. Такие вот, ну, такие ручки. И вот сзади ручки здесь расположены. Здесь что? Вот тут руль как бы нормальный, да, но не знаю. Спрашивал про вот эти машины, именно про эту модель. Как-то вот она чуть-чуть подвисает. Она вроде как есть, но спросом особым не особо пользуется. Давайте посмотрим, сколько это стоит. Резина, кстати, здесь Continental. Uni T. Люкс комплектация 1.5. Робот 7-ступка. 2 969 900. Ну и, соответственно, вот со всеми типа скидками столько. Ну, то есть, опять же, да, не совсем вот это все понятно. То бишь, с одной стороны, китайцы, ну, как бы пришли к нам, скажем так, на помощь, да. Западные бренды ушли, и пришли китайцы. Ну, и как бы радуйся. Но нет. Утильсбор, еще раз, и поднимем еще раз. И таким образом получается, что с нашего рынка вот этими всеми утильсборами, да, эти китайцы выдавливают, вот и выгоняют. Представьте себе, что построить завод, это как минимум нужно года два. Даже если вот сейчас его начать строить, завод, ну сейчас, наверное, зимой вряд ли, то это получится, что в любом случае завод будет построен только, скажем так, ну, в конце 26-го года, в начале 27-го его должны запустить. Кто на это пойдет? Кому это нужно? Мне кажется, что китайцам проще будет уйти с нашего рынка и все. Тогда что мы будем вообще делать без машин? Пусть даже без китайских. Понимаете как? Вот этот момент несколько мне непонятен. Весит 545 R18. Смотрим. CS35 Plus New.
техкомплектация, 24 год, 2649-900 стоит машина, ну якобы со скидками вот столько, да. 1.4 турбомотор, привод передний, 70-50 робот, 150 лошадей, мощность движка. Дорожный просвет 180, максималка 200. Ну, как-то вот. Это вот диски такие простецкие, ну ничего. Вот у нас, смотрите, стоит машинка долго-долго, походу одна и та же. Но, видимо, вот не особо ее берут. Смотрите, 3809-900, якобы с 3D-ным и автокредитом. 3409-900, двухлитровый турбомотор, привод передний, автомат 8-ступка. Ну, то есть, да, 3809-900, сейчас же этот New Star, типа бывший Тугела, что-то в районе, в базе, даже, по-моему, чуть дешевле, и там привод полный. Так, понятно, что это будет стоять долго-долго, машинка-то. При том, что здесь такой салон, опять же, не всем такой нравится. Ну, в общем, зато этих много кнопок, видите, да? Такое дело. Ну, в общем, как-то вот эти модели все равно они тих-тих и устаревают. Вот с ними что делать? Снимать производство, как бы, да, жалко, блин. Ну вот АвтоВАЗу вот такую вот лицензию купить на эту машину, да? И пусть производит какую-то Весту там, купе то там. Чанган Юникей. Датчики парковки сзади имеют. Смотрите, огромнейшие колеса. Двухцветные такие диски, да. В общем, резина, кстати, Континенталь. Не просто так. 265-45R21. Ну, стандартные уже такие вот на свете эти ручки. И здесь что? Три подголовника. Подлокотник здоровый. Обратите внимание, вот. Вот так визуально, просто камеру держу посередине, вот между подголовниками и вот этими. Обратите внимание, тут полкомнаты, да? Здорово место, смотрите, какое место. Тут просто капец. Место дофигища. Крыша у нас вот такая. Ну и тут что? Вот, к сожалению, такой вот руль. Там, видите, дисплей тут, вот здесь еще. Ну, как-то так, по-своему, как вам вообще вот такое вот все нравится, нет? Ну, честно говоря, вот где-то они все-таки, я так понимаю, перебарщивают китайцы. Ну, вот это вот что такое? Ну, это как, типа, знаете, с этим, с автопилотом. О, все носятся с ним, носятся. Ну, получается, что нет, руки ты должен держать на руле или вот чуть что взять. Вот, да нафига вы тогда это делаете? А сколько случаев этих было летальных у той же Теслы? И нафига это все это нужно, автопилот какого уже уровня, а все равно толку нет. Ну, в общем, такие дела. Юникей ТХВД, полноприводная машина, 4 569 000, со скидками якобы 469, но все равно дорого, да? А на автоспот такая машина вам обойдется 100% дешевле. Причем не важно, что вы себе подбираете, там Ладу, не знаю, там Джили, Хавал или иные какие-то машины, которые продаются у официальных дилеров. Еще классно то, что вы сразу видите, какие скидки есть на все эти машины, понимаете? А чтобы зафиксировать за собой скидку, просто ставьте заявку в два клика. Но если даже есть машина, то можно на автоспот выгодно записаться на ТО. Выбирая свое авто, и на карте видим цены. Выбираю лучшую из них и записываюсь. Вот так вот все просто. Экономьте свое время и деньги с Автоспот. Ссылка в описании. Цвет такой нейтральный, прикольный. Датчики парковки тоже есть. Ну и вот смотрите, у нас IDD. Континенталь резина. Тоже здоровые колещаги. И тут вот такие иероглифы, датчики парковки есть, Чанган Юники. Ну и тут интересно, видите, все под разную зарядку, тут тоже все понятно написано, как бы, да, Illuminate the Future, такое дело. Ну и вот такие же, видите, ручки, как сейчас стали делать на F7-х Фавейлах.
Такой вот у нас крутой светлый салон, видите, у нас динамики у водителя в подголовнике имеется, здесь подлокотник, сзади перфорация, ну такой вот. И обратите внимание, здесь у нас нет выступа полуровный, потому что здесь у нас привод передний, а вот там привод полный. Такие вот у нас комбинированные сиденья и что-то типа синей кожи или кожзама. Смотри, сколько стоит такая машина. Техкомплектация 5 419 900, и с учетом скидок 4 919. Ну то есть у нас гибрид 1,5 литра турбо, привод передний, и у нас 6-ступенчатый робот. Максимальная мощность 316 лошадей. Наружный просвет 190, опять пишет сантиметров. Кто это там такой умник у них? Почитайте, что входит в комплектацию. А мы идем дальше. Ламур. Кто-то читает лямур, но лямур это совсем другое. Ламур. Вот. Но, честно говоря, вот таких вот, именно таких машин в городе я, по-моему, только одну видел, и то в черном цвете. Или нет, вот такую видел, а вот такую я машину еще в городе не видел. Большой экран, ты все в цифре, ну как-то выделиться, да, не знаю. Вот опять же, они привезли эти модели, ну как-то вот надо же, чтобы их брали, поберут ли их какие-то единицы, ну не знаю. 1,5 мотор, робот семиступка, 2 789 900 стоит машина с допами. Что за допы, не пишется. 1,5 турбо мотор, тип привода передний, 180 лошадей, максимальный крутящий момент 300 ньютон-метров, максималка 205, дорожный просвет 152 миллиметра. Диски двухцветные, тоже здесь куча камер, но... И тут, смотрите, у нас три подголовника, карманы, все есть, подлокотник, такой вот салончик. Ну и вот у нас еще осталась машинка UNI-V. Больших кроссоверов нет, пикапов тоже нет, все просхватали в сентябре, как сказали, а нового пока ничего не везут. Ну и соответственно уже и пересматривается сам список заказов, ну потому что что-то видимо не особо идет, поэтому лучше под заказ. Ну например, как у нас же одно время в салоне были джеты, потом их не стало, и сейчас их только могут привезти по заказу. Почему? Ну потому что 3 миллиона стоит практически пустой кроссовер. Да, там мотор типа от Volkswagen, коробка автомат, ну и что? Брать пустую машину за 3 ляма никто не хочет. 235-45R18, черные такие диски, черные зеркала, крыша какая, смотрите. Ну тут салончик, конечно, поинтереснее, чем в Ламур. Согласитесь, как-то вот смотрится как-то так салон побогаче. Но опять же, рассчитанная на молодежь, как говорится, вот это, ну, все это стилистика машины и так далее. Может ли молодежь купить такую машину? Ну, наверное, в Китае может быть и может. Хотя, опять же, цены там, допустим, 200 тысяч юаней, а средняя зарплата 6 тысяч юаней, даже чуть меньше. Вот и считайте. UNI-V, куча камер тоже, смотрим. 1,5 мотор, робот семиступка, 3,200 практически стоит машина, и типа со скидками 2,900. Период передний, понятно, 181 лошадь, 300 крутящего, снаряженная масса 1115 килограмм, и здесь 205 максималка. Ну что, вот такие собственные цены. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.